подобным мероприятиям. Его участники имеют возможность увидеть разные виды птиц. Они также могут участвовать в различных мероприятиях, таких как конкурсы рисунков на тему охрана окружающей среды, спор мусора на побережье. Мы надеемся на то, что программа способствует повышению уровня осознания жителей страны, важности защиты перелетных птиц. Программа начинается только тогда, когда участники полностью оснащены специализированным оборудованием, таким как бинокли, телескопы, с помощью которых можно наблюдать за птицами. Легко ученик второго класса начальной школы поставил. Впервые наблюдал за птицами с помощью специализированного прибора. Для него это был действительно впечатляющий опыт.